После вчерашнего снегопада коммунальщикам Люберец работы прибавилось. Все управляющие компании находятся в полной боевой готовности. Наша съемочная группа наблюдала за очисткой от снега кровли одного из домов в поселке Калинино. Работы проводили с сотрудниками Люберецкого городского жилищного треста. Группа из трех человек работает на объекте. Двое очищают кровлю от снега, один стоит внизу и следит за безопасностью процесса. Сейчас, так как выпал снег и на этих домах скатная кровля, для того, чтобы не было застоев по периметру, чтобы не было сосулек, ребята чистят кровлю. Чем быстрее почистим, тем лучше. Очистка кровли проводится в Люберецком округе регулярно. Ее периодичность зависит от погодных условий. Несмотря на то, что жилищно-коммунальные службы работают оперативно и своевременно, люберчанам стоит быть осторожными и обращать внимание вот на такие предупреждающие стенды. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.